Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это снова обезьянка, которую снова нужно осчастливить в очередной раз, потому что у нее вон у бедненькой слезки капают. Поехали, гоу, вперед, выбери свою шляпу. Ну давай возьмем вот такую, пожалуй. Гоу, вперед. Плей, вперед, наконец-то начали, я уже думал, не дождемся. Так, значит, сразу мне открывается рождественская елочка, да, потому что скоро праздник. Ну, как бы Рождество вообще-то у католиков уже даже прошло, даже закончилось несколько дней назад. Ну, неважно, вот он как бы говорит... А, он хочет, чтобы я включил гирлянды, да? Если я сейчас нажму, я должен попасть туда. Все. Так, первый элемент квеста мы вычислили. Нам нужно попасть туда, чтобы зажечь всю эту срань. Давай попробуем сюда. Тут какой-то старый хрен. Привет, старый хрен. А он говорит, мне нужна моя бабка. Я по ней соскучился или что? А, телевизор он хочет, наверное, включить. Нет. Твоя бабка что, через телевизор к тебе придет? Она, типа, померла, но... Ты же не возражаешь, если я немного у тебя поворую, чувак? Щит. Щит, какое-то дерьмо я взял. Вообще это простыня переводится, я знаю. Сюда нужно... А что здесь нужно? Вот это я, откровенно говоря, не совсем понял. Что-то тут нужно прокладывать. Тихо. Звезда, нужно звезду собрать. Все, я понял, сейчас я быстро соберу звезду. Где посередине? Вот это. Теперь... Давай, теперь сюда. Так, здесь... Это легко. Здесь сюда. Тут практически получилось. А, да тут, в принципе, получилось. То есть вот так, да. Теперь вниз, чтобы смотрела. Теперь вот. Вот так, да. И все практически. Вот осталось уже совсем буквально последние небольшие штришки. И на этом... Па-бам! Вот. Есть. Ну, я это сделал. Эй. А, все, открыл. Блин, ну нах, это я понял. Желудь это варианта. Я когда играл в Monkey Go Happy Kandy, там надо было собирать, по-моему, желейных мишек. А это желуди. То есть, почему-то в Рождество надо собирать желуди? Это как вообще связано, я не понимаю. Рома Желудь, может быть, такой праздничный персонаж просто, что в честь него, не знаю. Так. О, тоже вот хорошо, что заметил, камера. Так, у меня есть лейка, у меня есть камера, у меня есть простынь, у меня есть два желудя. Есть старый хрен, который хочет телевизор. Но это тоже, опять-таки, мы возвращаемся к проблеме подачи электричества, наверное, да? То есть сюда надо. Стоп! Стоп, секунду. Не туда! Куда ты пошел? Вон туда. Давай, забери вот это. Хорошо. Один желудь забрал тут, один тут. Больше нет желудей. Вот, есть еще, надо поднимать вот эти все. Деревья, все. Все надо поднимать и исследовать на наличие желудей. Заодно тогда, может, и тут еще посмотрю. Что-то можно отодвинуть. Вот, кстати, вот дрова. Дрова можно отодвинуть, и за ними что-то есть. А как отодвинуть дрова? Че, простыней, что ли? Не понял. Давай я тебе простынь дам, не хочешь? Хорошо, ладно. Выхожу отсюда, смотрю в другом месте. Что у нас тут есть? Желудь есть, пожалуйста. Берем. Так, фонарик. О, желудь в фонарике, отлично. Старому хрену нужно 30 желудей. Да ты вообще оборзел. Где я столько возьму? Привет, ребенок, этому нужны лыжи. Хорошо, я понял. Давай, тоже желудь. О, желудь. Эх, было бы у меня побольше подписчиков, такой бы пиар-руме желуди бы был. Просто повторение слова желудь каждый раз на протяжении всего летсплея. Ты чего хочешь? Тут какие-то значки у него. Дерево, звезда... Какой-то бантик, какой-то колокольчик. Ладно, я буду пока желудей собирать и не буду особо париться. Потому что это тоже нужно сделать. Бери. Молодец. Теперь иду назад. Не, кстати, зря иду назад. О! Маленький негритенок хочет ехать, но у него нет бензина, да? Ну это очень грустно, конечно. Так, стой, подожди. Грустно. Понимаешь, это потому что ты черный. Если бы ты был белый, тебе бы сразу дали бы бензин. А так ты вынужден испытывать эту дискриминацию. Какая печаль вообще. Так, сюда ходил. Сколько у меня? 17 желудей. Но это как-то несерьезно совсем. Может быть, я могу что-то с чем-то совокупить уже на данном этапе игры? Ну, желуди, понятно. Желуди я ни с чем не могу совокупить. Я, может быть, могу... Вот что он делает? Так, он берет и тащит мешок вовнутрь. Это глупо. Это, наверное, тоже глупо, да? То есть простынь пытаться использовать. Я пока вообще, я не вижу ни одного предмета, который бы я взял, и он бы мне для чего... О! Планк! Я случайно подобрал планк. Ладно, допустим. С чем мы можем состыковать планк? Абсолютно ни с чем. То есть, этот планк я могу разве что... Я могу разве что попробовать вот поддеть вот этих хрени все. Нет, тоже не могу. Так, что же делать? Для чего же мне планк? Может быть, открыть дверь? Нет, не открывается. Лейка не открывается. Камеры не открывается. Простынью и то не открывается. Ну, мальчик, ну я все понимаю, но ты видишь, что вот такая вот... О, желудь, кстати. Вот такая вот желудь. Такая вот желудь настала, что я ничего не могу сделать. Так, давай уходить назад. Тут старый хрен просит целых 30 штук. Ну ты вообще оборзел. Я наверняка еще что-то, кстати, не подобрал, я вот чувствую. Палку может тебе дать? Другую, получше. Зачем вообще эта палка нужна? Она нужна для того, чтобы где-то как-то пройти. А ну, подтолкнуть. Вот, подтолкнуть этого чувака. А, нет, не подтолкнуть. Ну, хорошо, я понял. То есть, теперь осталось только ему бензина залить. Как минимум, одну вещь я уже использовал как надо. Это эту долбанную палку. Допустим, так. Отходим назад, смотрим внимательно здесь. Что у нас тут есть? Деревья. Маленький хрен. Маленький хрен, которому срочно нужны лыжи. Ну, что я могу тебе сказать, чувак? Придется тебе, наверное, этого подождать, этого момента. Здесь... Тут... Вот это я не совсем понимаю, вот этот момент... Звезда, пол елки, ну я орех возьму, по крайней мере, пока что. 19 орехов уже есть. Это, видимо, как пропуск туда, то есть, чтобы туда пройти, мне нужно взять и вот эти 4 элемента. То есть, звезда, это мне, наверное, нужно зажечь елку, да, я про... Нет, стоп, ну тут тоже елка нарисована. Вот это срань, я вообще не понимаю, о чем речь. Детская игра, твою мать, я уже чувствую себя немного не в своей тарелке. Ему лимон... А, стоп. Нет, палку-то я уже убрал, блин. Я уже убрал палку, я, честно говоря, так понадеялся. Зачем же тогда нужна эта долбаная лейка? Может быть, ей нужно где-то что-то облить? Вот, например, вот здесь вот. Облить, вот чтобы лед был, нет? Вот здесь облить. Облить маленького негра. Давай обольем негра на морозе. Раньше их куклукс-клановцы жгли, а мы их будем, наоборот, заморозить. О! Какое-то продвижение пошло. Значит, слава богу, мои опасения оправдались. Я подумал еще о том, что надо бы, наверное, набрать в эту лейку какой-то воды, иначе она совершенно бесполезна. А потом мне пришло в голову, что, как бы, снег вряд ли подходит, но надо найти какую-то реку. Я не ожидал, честно говоря, что сработает, потому что река тут нарисована как-то очень абстрактно, по-дебильному. Она вообще не выглядит как нечто, с чем можно как-то состыковывать. Хорошо. Теперь надо решить, может потушить камин? Не, камин не тушится, хорошо. Ну ты, пацан, хочешь елку, я понял, тебе нет никакого смысла это давать. О, обледенение. Не, он лыжи хочет, тут льда достаточно, в принципе. Можно попробовать... Есть, наконец-то! Наконец-то что-то происходит, отлично. Так, все, высыпалось. Кукурузка! У меня есть кукурузка, корнкоп, початок кукурузы. Сейчас я его буду совсем компилировать, ни с чем его компилировать не получается, хорошо. Что можно сделать? Дадим негру кукурузы. Давай, они же голодные всегда. Не, ничего не хочет. Ну, есть как бы у меня, блин, одно дебильное предположение. Запихнуть его в печь, и пусть он станет попкорном. Но нет, это тоже не сработало. К сожалению. Желудь, кукуруза. Кому можно дать кукурузу? Что вообще можно сделать с кукурузой? Вот надо подумать. На секундочку хотя бы. Кукуруза ни с чем не состыковывается. У нас есть камера, кукуруза, у нас есть старый хрен, который требует 30 желудей. Кстати, я нашел 20. На запись не попало, как я нашел желудя вот здесь, за занавесками. Он тут был. Ты, старый гондон, не хочешь кукурузки пожрать, нет? Кто-нибудь возьмите у меня кукурузу. Не, ну это реально надо, наверное, вот ему вот куда-то вот здесь вот где-то использовать, мне кажется. Кстати, я нашел две цифры. 19, 37. Вот 19, а вот 37. Не знаю, зачем они нужны. Стоп! А что это он такое в детской игре делает? Вот что это такое? Что это за движение? А что это за выражение лица, блин, такое? Я даже не знаю, что тебе дать. Тебе, наверное, надо дать камеру. По-моему, вот этому чуваку реально надо дать камеру. Я, правда, представляю себе, какие фильмы он будет снимать. Но хоть как-то свой талант гребаный использует. Так, Не, абсолютно ничего тоже не работает. Кукурузу, в принципе, пацану давать тоже как-то смысла особо нет. Ни хрена себе, однако, блин, детская игра. То есть я чуть-чуть продвигаюсь, начинаю чуть-чуть говорить, а потом мне что? Мне опять теперь останавливать записи и молчать, и пытаться молча сосредоточенно думать. Еще не факт, что у меня что-то получится на самом деле. Я так понимаю, что зажечь рождественскую елку это будет самым финальным заданием. То есть, наверное, к этому все идет, это, наверное, финал. Потому что игра называется «Рождественская елка», правильно? Если бы финальным заданием было бы отдать 30 желудей вот этому сраному козлу, то игра бы называлась «Сраный козел и 30 желудей», там, Monkey Go Happy. Она называется «Christmas Tree». То есть, скорее всего, все завершится на рождественском этом дереве. Долго. Так. И что ж вот это такое? Что вот это означает? Я до сих пор реально не могу понять. Но мне складывается ощущение, что там какие-то елочные игрушки, что ли, я не знаю, или что. Склад какой-то, на складе что-то нарисовано. Сейчас... Бантик, колокольчик, звезда, елочка. И радующийся кретин. Вот бантик, колокольчик, звезда, елочка. Может быть, можно тебе в эту хрень что-то другое дать? Зачем вообще нужна в этой игре простынь, я не понимаю. 1937. Куда это ввести? Мне кто-нибудь расскажет? Я уже реально задрался. Так как до этого можно допереть-то, блин, по чистой случайности, вообще никакой дедукции у меня не было. Ключ, ну тут хорошо, тут очевидно, он, наверное, отсюда, да, проходим. Вообще я даже представить себе не мог, что это сейчас сработает, честно говоря. Ладно, у меня есть лампочка, вот, электрощиток, давай, протяни туда, что ты творишь, дебил. О, еще одна хрень. А, просто надо нажать, да? Просто нажать, берем... Две простыни. Хорошо. Тебе что надо? Шапку. Две простыни на. Зачем тебе шапка? Не хочу тебе давать шапку. У меня нет шапки. Перестаньте. Я прошу вас, перестаньте издеваться надо мной. Вот у меня есть шапка. Давай я тебе ее отдам. Я сниму и отдам тебе. Она не хочет. Стоп! Ага. А вот теперь там было 1937, правильно? 1937. Бэк. Нет. А как 1000? Нет. 1, 9, 3, 7. А почему 5? Почему 5? Откуда 5? Я наугад вообще сейчас нажал. Откуда 5? Блин, 27. Вот сейчас я 100 пудов уверен, что кто-то подумает, что я это подсмотрел где-то. Клянусь. Я клянусь, блин, всем, что мне в жизни дорого. Не смотрел. Я набрал те 4 цифры, которые я видел, про которые я говорил, 1937. И потом просто вот посредине между ними выбрал, потому что они были по бокам. Я так понял, в этом заключается. То есть только так. Я пока еще никуда ничего не подсматривал. Я сижу, правда, уже, блин, я не знаю, сколько идет серия, я сижу уже 40 минут. Но я никуда еще не подсматривал. Так, хорошо, у меня есть, получается, 21 желудь. Кстати, тут надо внимательнее осмотреться, потому что тут козел, если я хотя бы одного желудя пропущу. Камера, ну-ка, куда камеру можно вставить? Планк. 2 щитс. Так, ладно, ей шапку нужно, я понял. Этому нужно елочку зажечь. А, ну, кстати, я ж могу зажечь, наверное, уже. Не могу, а вот почему я не могу, кстати? Я же вставил, сюда нужен трансформатор, да? Или что-то в этом роде. Вот еще одну планку давай. А, я понял! Еще одна нужна для того... Все, сейчас перейдем сюда быстренько, давай, раз. Поехал! Поехал отсюда, гондон. Вот, 37, где... 1937, где там 5, пятерки нигде и нет. Ладно, можно наконец пройти. Отлично, есть шапка. Все, игра потихоньку. Игра потихоньку становится играбельной, я бы сказал. Ему что-то нужно. Камера. Погоди, что же ему может понадобиться? Ладно, я пока не буду об этом думать. Я пока буду действовать исключительно. Вот, шапку взял, вот, на тебе шапку твою сраную. 3 связанные простыни. И желудь. Хорошо. Хорошо, у меня есть 3 свя... А что ты тут делаешь? Я думал, ты пойдешь куда-нибудь в другое место. Она тоже ждет, когда я запущу елочку, да, рождественскую, это же так здорово. На 3 связанные простыни тебе не надо? Повеситься, нет? А, нет, это не повеситься, это пройти. Какого черта, опять очередная вот эта загадка, блин. Я не знаю, что делать с этим. Так, лыжи, хорошо, лыжи есть. Пойду отдам лыжи. Вот этим займусь. Реально, отдам ребенку лыжи. Все, взял сноуборд. Сноушовел, точнее. Снежная лопата. И что мне с ней делать? Вот это разгрести, что ли? А, все, я понял. И вход в какую-то, как пещеру, получается, мы открываем. Блин! Смотри, как неграм хреново в этой игре. Один застрял, другой замерз. Все, понял. Наконец-то я теперь знаю, к чему вот эта хрень была. Так, значит так. Ленточка, колокольчик, звездочка, елочка. Ленточка, колокольчик, звездочка, елочка. Ленточка, колокольчик, звездочка, елочка. Ленточка, колокольчик, звездочка, елочка. Погнали. Шоколад. Не хочешь? Желудь, отлично. 26 желудей. Надо, кстати, вот реально все желуди очень внимательно пособирать, потому что вот-вот у меня будет 30, уже 28, блин. Еще наверняка где-то здесь я упустил. Я чувствую, что шоколад, на. Будешь шоколад? Жри шоколад. Сволочь, а. Камеру с шоколадом никак. Блин, и вот сейчас я чувствую, что, кстати говоря, возможно-то суть в двух сраных желудях. Вот правда, я... Возможно, не нашел два желудя и не могу пройти туда, где старик там. Нет, никто абсолютно не хочет шоколадку. Ну как вы так живете, ребята? Я не знаю, если бы мне шоколадку предложили, то я бы уже с рукой бы у человека, который ее предложил бы, отхватил эту шоколадку. Нет, я тут все пособирал. Ты не хочешь? Нет? Может быть, сюда подложите, кто-нибудь еще придет? Может, ты, дед, придешь сюда за шоколадкой? И тогда ты освободишь мне наконец-то проход, козел. Нет, это тоже не работает. Вот там наверху лампочка. Трансформатора нет. Трансформатора никак нет. Не, я чувствую, что, наверное, надо все-таки выманить этого гондона, который там сидит. Вот я сейчас попробую это сделать. Вот у меня есть простыня, надо куда-то подложить шоколад так, чтобы он туда пошел. Давай еще вниз спустимся. Так, и сюда, да? Тебе... Я не знаю, что тебе можно вообще дать? Чувак, ты замерз. Тебе что-то нужно, но я не знаю, что. О, вот сзади что-то написано. Так, стрелочка. Так, ну, во-первых, написано... Вот так и вот. И что это может быть? А, вот же еще. Я совсем как-то позабыл вот за вот эту хреноту. Все, до меня дошло. Это сейф. Значит, вот так. Я понял. Сейчас будем делать поэтапно. Есть. Теперь назад. Теперь вот сюда и сюда. Давай-ка. Нет, стоп, я забыл. Так. Вот так. И вот так. А, причем важно та, которая больше еще. Тут, блин, тут... Ну, пока все совпадает. То есть, пока я все правильно сделал. То есть, теперь... Вот сюда. И вот сюда. Отлично. Назад. Так. Нет, не отлично, наверное. Потому что... ни черта мне не говорится, что отлично. Подтвердить. Вот здесь должны загораться, правильно? Вот эти хрени. Значит, так, я еще раз пробую. Смотрю внимательно. Маленькая вверх и вправо, большая просто в сторону. Все, я запомнил. Большая просто в сторону, маленькая вверх и вправо. О, нет, это же большая, что я творю? Маленькая вверх и вправо, вот так. Есть, хорошо. Теперь... А теперь я забыл, Так, большая сюда, маленькая туда, все, понял. Так, маленькая туда, большая сюда, отлично, справляюсь. И напоследок вниз и вот так вниз. Черт, да, пропустил. Есть! Сука! Еще все равно еще один На шоколадку. А, точно, вон, следы же, следы. Снежный человек сейчас придет. Ох, ты смотри на него. Ну ты наглый. А сказать спасибо не надо? Хорошо, и что? И что теперь? Ну съел, ну молодец. Фото Йети, вот что нужно. Бо, блин, это, оказывается, фото Йети нужно ему. А я думал, он там телевизор хочет поздравление президента посмотреть. Мать твою, на, лови, козел. Ну и что? Дрова. Дрова, все, понял, сейчас дрова разведем. Разведем, нагреем тебя, чувак. На, пожалуйста. Сосиска. Сосиску, наверное, вот ему, да? А, отлично, лисенок. Это лисенок, я думал, там вот такой страшный, такой хороший, симпатичный лисенок. Все, давай, теперь пропусти меня, гондон. Что-то он мне дал. Трансформатор. Вставляем трансформатор. Та-да! Пам. Да. Прошел очередную обезьянку, очень этим доволен, не подсматривая. Такое у меня еще никогда не получалось, на самом деле. Раньше всегда подсматривал, в этот раз прямо собрался. Конечно, 50 минут потратил на это дело, даже больше, но оно того стоило. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте этому видео лайк, откройте описание к ролику, там есть плейлист на такие же смешные трэшовые игры, как это. Я его, кстати... Да блин, почему я постоянно это говорю? Короче, плейлист перед вашими глазами, а в описании под видео куча других разных плейлистов, реально до хрена. Ссылка на группу ВКонтакте там есть, вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.